Приветствую вас, любители мобильных развлечений. Пусть вы и на каникулах, мы себе такой радости позволить не можем. Ведь прошел год, и нужно подвести некие итоги. А почему бы не сделать подборку лучших игр на Android за 2014 год? Оговорюсь, это не топ, и мест у нас нет. Каждая игра хороша по-своему. Просто подборочка, и, быть может, и не одна. Начинаем! Готовьтесь, что сегодня в выпуске будет много кроссплатформенных хитов, ведь хорошая игра хороша на любом устройстве. И первой по списку такой игрой вас ждет обалденная стратегия. Dungeon Keeper — футуристическая стратегия на Android, в которой вам придется взять на себя роль дьявола. Постройте собственное потустороннее подземелье и управляйте им. Защищайтесь от врагов и нападайте на другие подземелья. Изучайте и воплощайте новых страшных и сильных юнитов, а также изучайте для них новые виды атаки и у вас все получится. Игра красивая, необычна и оригинальна. Будем стараться в выпуске охватить как можно больше различных жанров, и уж такие игры, как Мототриал в уходящем году, порадовали своим разнообразием. Но нас интересуют лучшие. Trials Frontier — игра от компании Ubisoft. Классическая игра в своем жанре, но с различными возможностями и дополнениями. Например, модернизации байка и изменения вида персонажа. Своя таблица рекордов и асинхронный мультиплеер. Также можно усовершенствовать технические характеристики своего мотоцикла. И самое интересное, вам предоставляется возможность создать свою собственную трассу, на которой вы будете непобедимы. Также вам предоставляют качественная графика с реалистичной физикой игры. Игры про супергероев, как правило, не нуждаются в представлении и, конечно же, становятся в основном хитами. Эта игра исключением не стала. Новый Человек-паук 2. Почувствуйте себя в роли настоящего героя в экшен-игре на Android. В очередной раз Нью-Йорк погряз в войнах гангстеров и преступников, и, конечно же, только Человек-паук может положить конец этому беспределу. Питеру Паркеру вновь предстоит преодолеть одно из сложных испытаний в своей жизни — сразиться с опасными злодеями. Однако Веном, Зеленый Гоблин, Электро и их гнусные приспешники делают все, чтобы помешать нашему герою. Ну что, под силу Человеку-пауку восстановить порядок и безопасность на Манхэттене? Серия Dungeons Defenders состоит из нескольких игр. Все они связаны с одной тематикой — защитой подземелий. Но мы, естественно, выбрали лучшую из них — Dungeons Defenders Eternity — великолепный экшен-RPG на Android. Вас ждет необычайно яркий и завораживающий мир с множеством разнообразных героев с различными способностями. В игре использован современный движок, благодаря чему игра получила яркую мультипликационную графику. В игре присутствуют различные режимы, которые придутся по вкусу всем любителям данного жанра. Для поклонников прохождения игра подарит множество интересных квестов и заданий. А вот сейчас бомба. Проект, который и манит, и одновременно может оттолкнуть своим решением. Но не спешите судить, ведь это вселенная Ведьмака. The Witcher Adventure Game. Игра является адаптацией настольной игры, где вам предстоит отправиться в опасное путешествие в фэнтези-мир и выполнять там различные квесты. Охотьтесь за смертельно опасными тварями и монстрами, разгадывайте древние тайны и примите свое участие в запутанных политических интригах. Вам на выбор будут даваться 4 различных героя, каждый из них имеет свои уникальные навыки. Как Новый год нельзя представить без шампанского, так мир мобильных игр без Angry Birds. Уж где мы только птичек не видели, и в космосе, и на машинах, но вот в RPG. Что ж, есть и такое. Angry Birds Epic — очередное продолжение злых птичек на ваших Android-смартфонах от компании Rovio Mobile. Теперь в семействе Angry Birds появилась и RPG. Игра выполнена в виде пошаговой стратегии с знакомыми всем героями. Ваше приключение будет проходить по острову, на котором живут свиньи. В нем очень много различных локаций, таких как дикие деревни, снежные горы, тропические пляжи и таинственные пещеры. В конце игры вы сразитесь с королевским родом семейства свиней. Хитяра из Хитяр, которая протянула свои щупальца аж в 2 эпизодах, также вошла в нашу подборку. The Walking Dead сезон 1 и сезон 2. Долгожданная игра теперь и на ваших Android-телефонах. Вы заключенный, которого перевозят в другую тюрьму, но по ходу поездки вы замечаете странные вещи, и вот что-то бросается под колеса машины, и вы летите в кювет. После того, как вы пришли в чувство, вас атакуют зомби. Вы убегаете и попадаете в поселок. Зайдя в дом, вы обнаруживаете маленькую девочку, родители которые наверняка стали ходячими мертвецами. С этого места у вас начинаются невероятные приключения и борьба за выживание в этом мире, кишащим ходячими мертвецами.
А вот среди гонок, в отличие от года 2013-го, год 2014 как-то обеднел. Лишь только одна игра засветилась из легендарной серии, но и та вышла очень и очень спорной. Asphalt 8 Airborne. Новая часть одной из лучших серий аркадных гонок для Android наконец-то готова удивить вас новой графикой и новыми возможностями. Благодаря новому игровому движку игрок получит настоящее невероятное удовольствие от скоростных трюков и напряженных сумасшедших гонок. Компания GameLoft собрала в игре 47 лицензионных авто от самых известных производителей в мире. В игре отлично реализованы трамплины и невероятные прыжки на них, а также маневрирование в воздухе и переворот на 360 градусов. Трассы в игре разворачиваются в 9 красивейших уголков нашей планеты. Знаю, что среди вас тут найдутся и те, кто жаждет классных головоломок, логических игр, ну и смежных с ними жанров. Этот год порадовал поистине классной игрой. Смэш-хит на Android, в который вы отправитесь в сюрреалистичное путешествие по другому измерению. Всю игру вас будут сопровождать атмосферные музыкальные оформления. Для того, чтобы успешно играть в нее, придется полностью сосредоточиться. Концентрация поможет вам достойно пройти игру. Прокладывайте путь по этому необычному миру, сбивая различные предметы на своем пути. В игре более 50 различных уровней с 11 разнообразными стилями декораций. Ну а под конец, конечно же, ожидание года. Игру, в которую играют миллионы. Естественно, это подарок от Wargaming. World of Tank Blitz. Масштабные динамические танковые бои теперь и на Android. В вашем распоряжении имеется более 90 легендарных исторических боевых машин трех игровых наций — СССР, США и Германии. Каждая модель создавалась по достоверно правдивым историческим записям. Также реалистичные бои и прекрасная графика сопровождаются качественными звуковыми эффектами и погрузят вас во времена Второй мировой. Карты подобраны таким образом, что каждая битва может начинаться как на исторической местности, так и на бескрайних равнинах материка. В принципе, это все, но лишь отчасти. Теперь внимание, вторую часть выпуска лучших игр 2014 года мы составим по вашим комментариям. Предлагайте игры в комментах, и те из них, имею в виду игры из комментариев, которые наберут больше всех лайков, будут во втором нашем выпуске. Ивент начат. До скорого!